Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Наталья Зайцева. Сегодня я хочу обратиться к тем, кому интересно развитие своих собственных способностей. В частности, кому интересно развитие сверхчувственного восприятия. А именно, мы будем работать с тактильным каналом, с визуальным каналом. Будут задействованы и другие каналы, но эти два будут доминирующими. Развитие сверхчувственного восприятия будет строиться, практическая часть в основе будет иметь физические упражнения. Они взяты из даосской йоги и работают по отфильтровыванию по эффективности данных упражнений из данных комплексов. В свое время, еще в 98 году, провел Вячеслав Михайлович Бронников. Эти упражнения легли в основу его первого курса. Вот эти упражнения будут использованы вот в данной обучающей программе. Кроме того, так как метод Бронникова, он на самом деле уже очень давно появился на свет в психологии, более чем за 20 лет произошло очень много изменений, очень много качественных наработок практических, и в области гипноза, в области трансовых техник очень много, большую роль сыграли американцы, поэтому вот все, что касается объединения трансовых техник и достоверного получения информации из самих же себя, да, то есть мы учимся слышать себя, раскрывать свой потенциал, раскрывать свои умения по отфильтровыванию объективной информации, по развлечению помех, которые поступают к нам в виде каких-то образов, которые не несут достоверной, скажем так, составляющей. Вот этому всему мы будем учиться на курсе. Такой симбиоз техник на результат по развитию сверхчувственного восприятия, доминантно тактильного, дополнительно визуального. Кроме того, мы коснемся на курсе очень многих эзотерических тем. Мы рассмотрим, так что же такое видение, как оно работает, у всех ли оно работает, чему оно служит. В конце мы проведем тесты по визуальному восприятию образов, которые рождаются в нас же, в нашем мозге, в нас самих. Все это будет в программе. Коснемся эзотерических тем по энергоинформационным влияниям, по воздействиям на людей, по работе с этими влияниями, по возможностям, как их убирать, с каких планов их убирать легче, с каких сложнее, какие приемы можно использовать и так далее. Более того, у нас будет возможность побеседовать на экстрасенсорные темы, и если у вас будут какие-то глубинные вопросы, на которые вы не можете длительное время найти ответы, я надеюсь, что где-то, возможно, я смогу вам помочь. Так что приглашаю, приходите в формат семинара. Семинар будет проходить под будним дням, 4 дня подряд, в вечернее время, с понедельника по четверг, по 4 часа каждый вечер. Если вам интересно, жду, приглашаю. Полная информация будет на сайте pup.by. Курс будет называться «Развитие сверхчувственного восприятия». Спасибо вам большое, жду. До свидания.